водный бассейн Босфорского пролива стал меньше на 8 метров. Таким образом, власти Стамбула намерены расширить площадь набережной и открыть здесь новое место для отдыха горожан. Планируется, что вдоль пролива построят пешеходные и велосипедные дорожки. И даже предусмотрят специальные зоны для любителей рыбной ловли. Правда, местные жители по-разному восприняли эту новость. Многие стамбульцы переживают, что новшества могут нарушить уникальную красоту древнего города и прибавят проблем с парковками. Обрадовались, узнав, что будет специальное место для рыболовов-любителей и расширят место для отдыха. Для таких, как я, велосипедистов, будет построена отдельная дорожка шириной в 2 метра. В то же время я против строительства на территории набережной большой автостоянки. Какой же это будет отдых, если придется дышать выхлопными газами?